Добрый день, уважаемые зрители. Я являюсь полномочным представителем компании КЕФ в России и готов вам предложить на сегодня одну из широких линеек встраиваемой акустики КЕФ. КЕФ является компанией, одной из лидеров производства европейского и международного рынка, образованной в 1966 году инженером Раймондом Куком. В этом же году были разработаны этой компанией два новых динамика, которые послужили основой производства акустики бренда КЕФ. На данный момент акустика КЕФ занимает одну из лидирующих позиций в мировом рынке и используется во многих сферах жизнедеятельности человека. На данный момент я готов вам представить одну из самых популярных серий встраиваемой акустики КЕФ в широком ассортименте, начиная от маленьких сателлитов, моделька CI-50, которая выпускается в нескольких вариантах исполнения, чтобы максимально приблизить ее и скрыть ее от, так как она предназначена для скрытой установки, не акцентируя внимание на ее форму и внешность, а получить от нее уже достаточно качественное звучание. До моделей, которые являются совершенством техники, воспроизводят не только звучание, но и оптимизированы под установку с помощью дополнительных механизмов и электроники и позволяют эксплуатировать ее в самых недоступных местах с помощью моторизации данного привода. Это модель CI-3-80. Поясню сразу по поводу модельного ряда. Вся акустика КЕФ, встраиваемая акустика, она очень проста в распознавании. Первые цифры и буквы обозначают CI, это Custom Install, то есть инсталляционная акустика, которая предназначена для скрытого монтажа. Цифры обозначают размер динамиков. Последующие буквы обозначают форму и технологию изготовления. Как, например, самая простая CI-50, на которую я уже вам обращал внимание, это 50 мм размер динамика. Буковка R обозначает то, что она имеет круглую форму. Далее по ассортименту представляем самый широкий ассортимент, начиная от 50-мм и заканчивая до больших вуферов 20-мм со съемными и несъемными грилями. Держу в руках моделька CI80.2QR. Это две модели, которые имеют форму только круглую. Дальнейшее развитие техники предусматривает и акустики, предусматривает различные использования, эксплуатационные данные, о чем, собственно, говорят форма, их глубина посадки и модификации по использованию и установке. Следующая модель называется 100QR. Данная модель имеет уже некоторые другие особенности, как и вся последующая, более крупногабаритная акустическая система. Почему я называю систему? Потому что в данном случае вся акустическая система, кроме предыдущих 50 и 80, она имеет уже двухполосную структуру. И главной отличительной особенностью всех дальнейших, включая эти, является универсальность использования, вплоть до агрессивных сред. За счет эксплуатационных данных и материалов, которые используются в динамике и дополнительных корпусах для полной герметизации данных устройств. В данном случае акцент можно делать то, что с такой конфигурацией, не разнесенной, а двухполосной, вы получаете высококачественное звучание во всех точках удаления от данной акустики. Вся серия Custom Install KEF предусматривает легкость установки и эксплуатации. Дальше я вам готов предоставить возможность оценить качество сборки следующей модели LED, которая отличается от предыдущего только размерами и глубиной установки. Эта моделька называется 130CR. Как я и говорил уже в предыдущей фразе, то, что обозначение
последующих. Это размер 130 мм основного динамика мид-бас или басового, как в более старших моделей. И технология. Технология в данном случае, в отличие от предыдущей модели квадратной формы QR, здесь CR, что обозначает классическая линейка. То есть размещение твиттера не в центре динамику басового, а на вынесенной площадке. Но, опять же, есть некоторые особенности в этом случае. Площадка сделана несимметричная для улучшения качества звучания и фазировки мид-баса и соответствующего твиттера. Есть еще одна особенность в новом модельном ряду, все в отличие от предыдущего модели, даже в Q-серии, это специализированный рассекатель, который позволяет достичь максимального эффекта и качественного воспроизведения во всей новой линейке Custom Install. Как я уже сказал, универсальность всего модельного ряда, она обеспечивается многими функциями и техническими новшествами, как по качеству звучания и исполнения материалов, так и простоты установки грилей. Все грили в новом модельном ряду, они являются магнитными для простоты установки. Это одна из, скажем так, фишек данных. И вибрация, которую вы можете в любой момент оценить, она не позволяет данному магнитному грилю свалиться. Вибрацию можно продемонстрировать и на других моделях. И эксплуатационные данные аналогичны. Одна из популярных моделей является стереофоническая, которая позволяет сэкономить место на потолке и создать стереофонический излучатель. Как видите, здесь технологически выполнено по классической схеме. Твиттера вынесены на отдельной площадке и дают возможность получить с помощью этих двух твиттеров стереофоническое звучание от точечного излучателя. Как я уже говорил, эта моделька в данном случае отличается от предыдущих первых габаритами. Это 160 по размеру основного динамика формой. Классической конфигурации C буковка и формой это S. Соответственно, полная модификация данной акустики звучит таким образом: CI-160, CS, DS. Последние буквы определяют ее модификацию, что эта акустика дает возможность сделать дуал стерео. Следующий в моем обзоре участвует одна из уникальных разработок компании KEV, не имеющая аналогов вообще в встраиваемой акустике. Самая неглубокая — это 36-мм акустика с модификацией 160TR, которая была выпущена совсем недавно и заслужила очень огромный авторитет в инсталляционных работах. Позволяет без потери качества обеспечить максимальный эффект и легкость установки. Что касается легкости установки, как я уже показал, все акустические системы имеют магнитный гриль, который позволяет быстро снять и установить его. Кроме всего прочего, возможность быстрого крепления за счет поворотных рычагов. В данном случае эти рычаги позволяют закрепить и затянуть, чтобы избежать вибрации на подвесном потолке либо в стенке в кожухе. Это не требует никаких серьезных навыков и специального обучения для установки данной акустики. Следующая модель, которую я готов представить, которая имеет достаточно серьезное отличие от всего уже продемонстрировано, но технологии, которые хорошо зарекомендовавшие себя, это так называемый модуль UNIQ как 100 QR,
так и в этой. Здесь и предыдущий, указан предыдущий модельный ряд. Моделька называется 200.3US. Опять же, акцентирую внимание, что достаточно просто разобраться во всем модельном ряду и определить для себя возможности установки, компоновки и дизайнерского решения. Последняя буковка S, модификация акустики, она говорит о том, что данная акустика имеет квадратную форму. В данном случае, так как это является предыдущей моделью ряд, но за счет габаритов и уже существующих дизайнов, она имеет не магнитный гриль. Это единственная модель, которая на данный момент осталась в такой модификации. Следующая модель, которую я вам готов представить, это одна из самых крупных, так же как предыдущая модель, самым большим динамиком 200CL. Опять же, акцентирую внимание, что последняя буква говорит о форме данной акустики. L это обозначает вытянутые либо прямоугольные формы. Данная акустика широко используется как в потолочном установке, так и в стеновой. Аналогично предыдущим моделям имеют универсальные зажимные механизмы, которые позволяют ее закрепить до 5-сантиметровой, то есть если стена превышает 5 сантиметров. И очень плотно прижать ее для того, чтобы избежать механических колебаний при воспроизведении. Аналогичные в модельном ряду существуют с технологией UniQ, как в предыдущем, и аналогичными рассекателями, которые позволяют достичь максимального эффекта. В трех формах. Это квадратная, круглая и прямоугольная. Отдельный ряд можно выделить из акустики. Это позволяющие добиться, скажем так, далеко доступных местах, которые позволяют ориентировать акустику на пользователя, встроенную в стенку, либо в потолок. Это моторизованная акустика KEF, одна из моделей представлена. Здесь 3-80 QT, соответствующим образом по модификации данная модель отличается от остальных наличием не одного драйвера, а, как указано и как я уже сказал и акцентировал внимание, трех драйверов по 80 мм. И с помощью электродвигателя и управления его с помощью отдельного блока питания, либо по триггеру выдвигать данную модельку и акцентировать и направлять звуковой поток конкретно на слушателя. Еще один маленький нюанс. Абсолютно вся серия встраиваемой акустики имеет возможность встраиваться и эксплуатироваться в агрессивных средах, таких как сауны, санузлы и даже на ваших любимых яхтах. И нет необходимости часто использовать и таскать достаточно габаритную и тяжелую акустику для того, чтобы сделать место под ее установку. В каждой акустической системе вкладывается шаблон, который обеспечивает вам точный вырез и соответствующий последующий монтаж данной акустики. На этом я попрощаюсь с вами. Меня зовут Романов Алексей. Всю эту данную акустику вы можете приобрести компании Pultru как на сайте, так и в демонстрационном салоне.